Мы приветствуем церковь и гостей, которые присоединились к нам миром Господа Иисуса. Мы начнем сейчас наше богослужение, взывая о крови. Те, кто может, давайте склонимся на колени пред Господом. Если вы не можете, то чувствуйте себя свободно, как вам удобно, потому что Бог все равно имеет благословение для вас. Господь, мы взываем к Тебе о крови Иисуса и просим прощения грехов наших, очищения жизни нашей, чтобы Ты, Господь, достиг нас своим благословением. Мы молимся к Тебе во имя Иисуса об этом. Аминь. Присаживайтесь. Мы будем сейчас прославлять Господа псалмом во славу имени Господне. Прости меня, Господь, о крови Иисуса я взываю. Я хочу, чтобы мое общение обновилось. Прости меня, Господь. Я хочу возложить на Твой алтарь сердце мое. Прикоснись ко мне. Посети меня Духом Твоим Святым. И дай мне обитать рядом с Тобой навеки. Да будет прославлено имя Господне. Благо нам славить Господа. И мы продолжим поклоняться Ему еще одним псалмом. Грех мой был искуплен на кресте Твоею любовью и от печальной участи, от смерти избавил меня Ты, Господь. О, сойди, живое пламя, и разожги в душе моей это бесконечное благо. Тебе я поклоняюсь и всегда молю. О Иисус, обитай во мне. Если настойчивый голос Искусителя доносится до меня, Ты ведешь меня, Ты помогаешь меня и делаешь меня победителем. Имеет жизнь только в любви Твоей. Я ценю это, и я признаю, скольким я Тебе обязан, Господь.
Мы поклоняемся Господу, потому что Он слышит хвалу нашу, Он слышит молитвы наши. И один из пасторов сейчас помолится. Господь, мы взываем к Тебе под покровом крови Иисуса, моля Тебя о том, чтобы каждый день Ты поддерживал Церковь Твою в учении, в познании Слова Твоего, в том, чему мы научились на воскресной библейской школе, и чтобы Ты, Господь, с каждым днем мог чудным образом действовать через трансляцию, чтобы Церковь Твоя на твердо стояла на откровениях Духа Твоего Святого и была готова к восхищению Ее, к чудному, славному возвращению Господа Иисуса. Во имя Господа Иисуса мы молимся. Аминь. Мы прославим Господа еще одним псалмом. Всегда, когда ты захочешь, я буду говорить с тобой. Всегда, когда ты будешь нуждаться, я буду в твоем распоряжении, чтобы явить тебе любовь мою. И наделить тебя спасением моим. Велика любовь моя к тебе, дитя мое. Настолько велика, что ты даже не можешь себе представить. За тебя я отдал сына моего, единородного, умереть на кресте, чтобы ты мог иметь жизнь с избытком. Ты мог иметь жизнь с избытком, жизнь вечную. Да будет прославлено имя Господне. Мы продолжим наше служение, и мы зачитаем Священное Писание, оно появится на экране на португальском языке, Ефесянам 3.20. Так говорит нам Священное Писание. «А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь». Слава Господу, Богу нашему! Проповедь сегодня для нас показать то, что Господь может сделать для нас, потому что Господь в Своей полноте, в Своей любви, Он превосходит наше понимание. И Он настолько силен, что Он не зависит от обстоятельств, чтобы совершить чудо. Он не зависит от времени. Он Бог. Он всемогущий. Он тот, кто совершает все в нас. Он исцеляет. Он спасает. Он помогает.
Он действует, Он открывает двери. Он Бог, присутствующий в жизни ищущих Его. Он Бог чудный. И самое большое доказательство Его любви в том, что Бог послал Своего Сына Единородного Иисуса Христа, чтобы умереть вместо нас и принести нам спасение. Это чудный Бог. Он демонстрирует свою величественную любовь. И нам невозможно измерить эту любовь. И Он совершает несравненно больше даже того, чего мы можем себе представить, о чем мы помышляем. Иногда вызовы в этой жизни, испытания, борьба, которая возникает в жизни. Иногда мы чувствуем себя ослабевшими, в одиночестве, но как раз-таки в этот момент вся разница происходит, потому что Бог, Он присутствует, Он сходит на нас. В такой момент важно обратиться к Богу, потому что Он делает нас победителями. И этим вечером мы можем с вами открыть наше сердце, обратиться к Богу, говорить к Нему, простереть наши духовные руки к Нему в поиске благословения. Он Бог присутствующий, Он всегда с нами. Слово Божие дает нам эту гарантию, потому что для Бога нет ничего невозможного. Он может совершить действовать в жизни твоей, в нужде твоей, в том, в чем душа твоя нуждается или чего желает сердце твое. Слово Божье с нами каждый день до скончания века. Бог присутствующий, Бог благословляющий, Бог чудный, Бог заботящийся. И Слово Божье говорит, что мы все можем в Иисусе Христе, укрепляющем нас. Посмотрите, насколько это чудно для нашего сердца, это знание. Потому что Бог, потому что Господь, Он наш Бог. И это Слово Его, оно живое для нас сегодня, оно действует внутри нас, в нашей жизни. И Бог, Он чудный к нам. И Слово Божье показывает нам в стихе, который мы зачитали, что Он может намного больше, несравненно больше того, чего бы мы ни попросили и не помышляли бы. Он может сделать намного больше. На самом деле Он действует, Он делает больше. И Он слышит молитвы. Тот, который силен совершить благо, добро для нас, Он может сделать намного больше. Несравненно больше. Для Бога нет границ, лимитов Его действия. Для Бога не существует времени. Сила Его не истощается. И Он превосходит всякое понимание человеческое, потому что Он Бог. Итак, возлюбленный, это текст, который говорит, что тот, кто может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, той силою, действием Божьим, Духом Святым, действующим в нас. И этим вечером мы можем сказать, что Бог, Он силен совершить. Он живет и Он царствует, Он Бог. Бог силен совершить то, о чем мы просим. Он отвечает на наши молитвы. Он Бог. Бог силен то, что мы просим или о чем помышляем. Он знает наши мысли, Он знает твои мысли, Он знает, через что ты проходишь, что ты чувствуешь. Он слышит нас. Он силен. Он силен сделать все то, что мы просим, о чем мы думаем, что приходит нам на сердце. Он может все, Он может это сделать для тебя. Бог силен. И Он силен сделать несравненно больше.
потому что Он о нас помышляет, и мысли Его несравненно выше наших, потому что Он лучшее думает для нас, желает. И Бог силен совершить больше, чем мы просим или думаем, потому что Его чудная благодать, спасительная, она достигла нас. И это чудно. Бог силен сделать несравненно больше. Потому что сила Его действует обильно в нас. Бог, Он Бог присутствующий. Этот вечер, это вечер возможности для тебя, наш гость. Открой свое сердце, у тебя есть нужда. Открой Ему свое сердце. Он силен сделать намного больше того, чего ты просишь. Или о чем ты думаешь. Открой свое сердце. Простри свою руку к Нему, потому что Он Бог. И для Него вся слава в церкви, вся слава в семье, в твоей семье, на твоей работе. Потому что, чтобы Он был благословением в твоей жизни повсеместно, Бог говорит к тебе этим вечером. Он говорит, что Он хочет тебя благословить. Слава Ему за это. Мы заканчиваем, и мы хотим, чтобы ты понял, что у Бога есть лучшее для тебя. У Него есть огромное благословение для тебя. Не упусти эту возможность принять эту любовь. И Он может сделать несравненно больше даже того, чего ты ожидаешь от Него для тебя. Да благословит Господь тебя, твою жизнь, твою семью. И мы сейчас продолжим славить этого чудного Бога, прославляя Его и благословляя Его святое имя. Grande amor, ó grande amor, великая любовь, é o amor de Deus, это любовь Божья. Este amor que habita em mim, и эта любовь пришла обитать во мне через веру в Бога. Как мне понять все величие любви Божьей? Que profundo é este grande amor. Настолько глубокая эта любовь, что она наполняет все мое существо. Grande amor. Любовь Божья – это великая любовь. Оно превосходит всякое знание, всякое понимание. Насколько она возвышенная, я не могу понять, почему Он возлюбил меня без заслуг. Когда похоже, что все обрушивается и исчезает надежда. Когда похоже, что вера терпит кораблекрушение. И день затмился. И даже тогда я уповаю на эту любовь, ибо она сильнее самой смерти. As muitas águas não
подem apagar. И многие воды не погасят ее, и реки не зальют ее. Великая любовь, любовь Божья, она превосходит всякое знание. Она настолько возвышенная, я не могу ее понять. Почему Он возлюбил меня без заслуг? Великая любовь Божья. Аминь. Louvado seja o nome do Senhor. Да будет прославлено имя Господне. Теперь это особенный момент для церквей. Пасторское послание. Послание Паулу Пирис, церкви Итамаражу, штат Баия. Возлюбленные братья и сестры, я приветствую всех миром Божьим. Мы скучаем в том, чтобы быть вместе. Но мы знаем, что Бог контролирует все. Молитесь непрестанно, и да будут ваши молитвы с благодарностью Богу, как написано в Филиппийцам 4:6. Приносите всегда ваши нужды пред Богом в молитвах и мольбе с благодарностью. Братские объятия всем вам. Пасторское послание Жозеа Позу, церкви Сан-Луис, Мараньян. Мир Божий, братья и сестры. Это тяжелые времена, но борьба наша закончится скоро с восхищением церкви. Поэтому не будем сдаваться от пути. Нас ждет вечность. Да будем тверды в Господе. Господь наше убежище, крепость наша. Он, помощь наша в скорбях. Псалом 45:1. Братскими объятиями. Аминь, возлюбленные. Мы сейчас помолимся в заключение этого богослужения. Мы славим Тебя, Отец.
Мы благословляем Твое святое имя за всех тех, кто участвует в этом богослужении. Мы славим Тебя, потому что Ты Бог чудный, Бог присутствующий. И мы молим Тебя, да будет любовь Божья, превосходящая всякое понимание, чудная, спасительная благодать Господа Иисуса и утешение, откровение, общение Святого Духа Божьего, да будет со всем народом Божьим сейчас и вовеки. Аминь. Возлюбленные, мы хотим сказать, что в вашем распоряжении, гости наши, телефон горячей линии, который бразильцы могут позвонить, чтобы за вас помолились, помолились за вашу нужду. Пастора 24 часа в сутки в вашем распоряжении, да благословит Господь всех вас. Мир Божий.